какое-нибудь умное слово, но не придумала, поэтому просто массаж, который поухаживает за твоим лицом, да. Но ты сама знаешь, что это такое, да. Жевательную конфету, тебе необходимо ее
разжевать, прошу тебя. Она такая слегка твердая, поэтому я думаю, ты так поаккуратнее, да, я, у меня достаточно нежные десна, я себе как-то десну пробила, поэтому давай так аккуратненько, да, минутка не самых приятных представлений, не визуализируй, пожалуйста. Вот, и смотри, у меня есть для тебя предложение. Насадкой зубной щетки еще не пользовалась, поэтому я, в принципе, ее отдаю тебе, да. И я думаю, что ты не будешь сильно против, поскольку здесь тоже достаточно такой мягкий режим. Облегченная версия чистки тоже для нежных десен. Ее
для себя крем детский, да, такой воздушный, приятный, чтобы кожа была гладкая. А для парня вот уже готов этот крем от боли в спине. Вот тут один запах, а там такой запах, что просто хоть стой, хоть падай. Поэтому мы с тобой сейчас... посмотреть, в каком состоянии этот крем. Кстати, не зря я это сделала, потому что... как объяснить? Потому что, как видишь, он сначала идет такой достаточно жидкий. Вот, я была к этому не готова. То есть он пока смешается внутри, ты его уже... Это же не бутылочка тебе... сболтаешь, поэтому я не визажист, но сегодня я им немножко побуду, да, поэтому все запахи, которые были до, они просто испарились, да, они вот просто ушли, их просто уже больше нет. Ну что поделать, что поделать. А может быть, он у тебя любит домашних девушек с борщами и такой: о боже, у меня как раз болит спина, да, сделай мне, пожалуйста, массаж. Это такая, у меня как ручки нежные, мягкие, и лицо. Давай теперь руки тоже вот так. Да. Не знаю, насколько у тебя это входило в планы или нет, но вот честно скажу, у меня не входило в планы так жирно намазываться кремом. Теперь смотри, насколько у меня жирные руки. Сделать так, чтобы они впитались, потому что иначе я, наверное, не смогу больше тебе ничего не сделать, не показать, да, а это будет проблема. Поэтому сейчас мы немножко вот это все, вот еще, ты не переживай, если ты чуть-чуть опоздаешь, да, ну там часа на полтора, да, потому что девушка, она, в принципе, должна опаздывать. Ты не думаешь, что это устаревшая такая манера поведения? Ты в любом случае уже у нас предстаешь в облике такой хрупкой, классической девушки, да, которая, ну, как минимум, не красится даже уже. Поэтому мы создаем хотя бы легенду, да, для нашего молодого человека, для твоего, конечно, успокойся, о том, что ты такая вся воздушная, что ты такая вся, не знаю, хотела сказать, по-детски такая невинная, да, легкая, даже если ты умеешь определенным образом шутить, он это не должен знать. Потому что люди, они такие,
вообще. А кто-то такой, мне нужна львица-тигрица, да, в постели там, а сам такой, блин, мне не нравится, когда девушки слишком там какие-то раскрепощенные, как-то слишком себя либо эмоционально проявляют, либо какие-то не шутки, неосторожные. Ну вот, если он тебе нравится, действительно, ты вот сразу карты все не открывай, зачем? Это не значит, что надо всю жизнь вот это вот секретики какие-то устраивать, когда у меня крем-то уже впитается, господи, я уже весь кладезь мудрости потратила на тебя. Что я тебе могу сказать? Я уже все сказала. Собой, но не полностью. Сложная задача. Ладно. Ты знаешь, мне кажется, что этого крема он вообще не заканчивается, он вообще не впитывается. Зачем я столько его нанесла? А что этого крема может хватить на 3 таких видео, наверное, да? С самого начала. Не было манечки от стены. А вообще, если так подумать, АСМР и является само по себе ломанием четвертой стены. Если это ролевая игра, к тебе обращаются. Но нет, к тебе же обращаются не как к зрителю, да, как к посетителю. Подумай об этом. Я не знаю, что делать с таким количеством крема. Давай, кстати, увлажним татуировку. Кстати, на увлажнение татуировки уже мало остается. Не знаю, как-то не подрасчитала. Надо было пораньше этим делом заниматься. Можно попробовать вытереть остальное об кота. Но, возможно, меня неправильно поймут. Эту мы переживем. И эту тоже. Закрыла крем. Теперь смотри, значит, что я хотела сделать. Я вообще хотела найти что-то вроде пудры. Но нет у меня пудры просто. Хотя вся косметичка пахнет, как будто там пудра разбилась. Рассказывать тебе, с помощью чего я открыла блеск для губ. Пусть это останется загадкой. У меня везде кот. У меня этот кот приклеился к пальцам, к ногтям, ко всему просто подряд. И нет, так не было задумано.
сделай, пожалуйста, как... Я не нашла никакого суперсредства, но давай просто представим то, что у меня есть пудра, да, и я такая сделала вот так. Нанесла эту пудру, да. Ага. И, короче, я просто нанесла ее на эти спонжики. Совсем чуть-чуть, потому что я вижу, что у тебя вот здесь они немножко у меня в голове сейчас было расслаиваются и двоятся, как это называется, секутся, да. Ювелирное украшение, да, там ручной работы какие-то вещи, либо же просто покупные, как это называется, в общем, не из драгоценного металла. Так, то чувство, когда ты забываешь какое-то слово, и как бы, как это формулировать теперь после этого?
сказала: ты на свиданку собираешься идти или нет? Потому что мы тут уже столько времени сидим, ты уже не полтора часа, как будешь опаздывать, а бесконечно много времени. Так, давай, я рядом с тобой оставляю, да, украшения. Выбирай вот это все, собирайся. Тебя увидеть.